Напишем словарный диктант. Кроме того, что нужно правильно написать все слова, нужно еще выполнить дополнительное задание. Подчеркнуть непроизносимые согласные в словах. Итак, первое слово. Ненастный. Ненастный. Ненастье. Ненастье. Звездный. Звездный. Звездочка. Звездочка. Пастбище. Пастбище. Пастух. Пастух. Тростник. Тростник. Тростинка. Тростинка. Грустный. Грустный. Грусть. Грусть. Местный. Местный. Место. Место. Агентство. Агентство. Агент. Агент. Частное. Частное. Часть. Часть. Честный. Честный. Честь. Честь. Шестнадцать. Шестнадцать. Шесть. Шесть. Яростный. Яростный. Ярость. Ярость. Проверим диктант. Напоминаю, нужно было подчеркнуть непроизносимые согласные. Ненастный. Ненастье. Звездный. Звездочка. Пастбище. Пастух. Тростник. Тростинка. Грустный. Грусть. Местный. Место.
агентство, агент, частное, часть, честный, честь, 16, 6, яростный, ярость.